Всем привет! Продолжается у нас охота с гончими на зайца-беляка. Сегодня первый снежок. Взяли с собой три собаки, гона заливая и тропку. Добыл уже первого зайца сегодняшнего утра. Видео посмотрите, ссылочка будет в описании, в подсказках в правом верхнем углу экрана. Сейчас идем добывать второго. Собак снимать не стали. Зайца добыли. Идем дальше. Чешем окрестности. Вон тропка сзади чешется. Вот они, красавцы. Ну что там делал, расскажи. Зайца искал. Что-то рассказываешь, хрен поймешь. Вот. Один гон в полазе. Гаденыш. Даже на глаза не показывается. Что-то говорит, что-то сказать. Че, есть там, да? Ну, пошли. Веди. Не знаю, человечек. Веди. Вот, вот этого надо было назвать не заливая, а говоруша. Иди ко мне бегом. Вот так вам. Спустя 3 часа прошел гон. Это полазик. На глаза попался. Это полазик. Лица. Работает. Не просто так. Вам гуляет, ищет забычу. Собаки погнали. Тропка заработала. Гон заливаем, подвалили. Сейчас на той стороне болото гоняет. От меня 300 метров 50. Встану на тропе вот здесь. Попробую дождаться. Пошел метров 100. Не видел, по гриве идет. Перейдем. Идем к месту событий. О, тропка гонит. Дошла, воткнулась в зайчика. Нет еще. Да, мимо меня пролетел, но бате повезло.
Вот он, красавчик. С полем вас. Вас. Как дело-то было? А он, видать, это, пробка приотстала, тут крутанулась. Заливай там с гоном по той стороне и угонит. А он, видимо, пошел назад, там крутнулся и своим следом назад. А она к ним туда рванула. И, видимо, прям навстречу она по зрячему тут. Слышал, заголосил. Она его увидела. И все, и, ну, как положено, своим следом ворачивался оттуда. Как ты даже с первого раза попал? А патроны, Ромка. Чего? Вот те патроны, это фуфло полное. Вот тот азот, этот, Сибирь. Да? Говнище конченое. Вот я нашел, мне там было еще. Эти, Рио. Что за Рио? Ну, итальянские. Да? Ну, у меня там полпачки еще осталось. Даже вообще... Ну, при... про азот Сибирь ты не первый говоришь, что это фуфло. Барахляные вообще патроны никакие. Я когда отстрелы делал, насадок, тоже мне сказали, что патроны поменяй, нормальная осыпь будет. Нет, вот те профи у меня были, азот профи, вообще шикарно. Блин, не возят их. Говорят, дорогие, падла, нигде не могу найти. А вот эти вот, ну когда брал, говорили, вот эти сейчас они новые, хорошие патроны. Короче, фуфло. Вот тебе, пожалуйста. Все понятно. Сейчас надо это, заливайки, лапки туда. Заливайка. Заливайка. Заливался. Иди теперь лапы ешь. Сейчас угощу тебя. Вон приходил. Понюхал хоть зайца-то? Нет. Вон мимо пролетел, здесь потер. Пробка под пробкой его первая подарила. Припала. Заливай, на. На. Угощайся там. Молодец, хорошо прогнал. Ты его там вычислил. Расскажи мужикам, как я просрал зайца в прямом эфире. Это стыдно. Взял у меня бумаги туалетные. Пошел, сел. Гон поднимает зайца, а он не через голову тебя перепрыгнул. Между ног. Орет, батя заяц, сидит там, блин, расположился. Вот, короче, да. Ну что? Так что зайцев у нас целых два. Ну, два, три. Ну, третий с утра, а эти два сейчас первый, подряд. Первый твой, два моих. Еще одного тебе можно. Ну, сейчас назад пойдем. Вот, если хотите просрать, то так это делается. Иди, мы хоть на тебя посмотрим. Вон он. Полазистый. Выжлец. Хрен найдешь. Лес выпустил. Только на зайца можно взять или ночью. Редкий случай, когда он вот на глаза попался. Заливай, поднял четвертого зайца за сегодня. Ну, я имею в виду всего за четвертый. В общем. Он сейчас сюда пойдет, краем, мне кажется. Куда заворачивай? Куда заворачивай? На Лешку иди, стрельни. Да далеко. Сейчас здесь пройдет, я тут встану и все. Вообще в другую сторону пошли. Втроем гонит.
добыт еще один заяц, прошел большой круг, собаки за ним, пришел на лёжку, отец добыл. Больше нам нельзя. Вот. Как дело-то обстояло? Пришел, он у него жировка. Он осина. Ну, здесь он его поднял, он там подальше, чернота. И все, он спокойно, он вышел себя. Стрельнул. Стрельнул, взял. Первым что-то подранил. Взял, устало. Что-то запрыгнул, запрыгнул. Спокойно, я думаю, добить надо. Добил. Смотри, они сначала, они все втроем пришли. Хороший зайцы. Блин, вообще все зайцы нынче здоровые, да? Угу. Один только был у нас. Пенсионеры. Они, короче, втроем проскочили туда вот. Все, перемолчка. И все эти потом вылетели напрямую, трубку заливаем. Огонь опять туда вернулся и опять пришел туда по зайчику. Все, норму взято. 4 зайчика. Хватит. Сегодня классно гоняли вообще прям. Угу. 2 дня назад нифига, еле-еле сегодня. Как швейные машинки. Парят и шпарят. Одно удовольствие охотиться. Вот так вот сегодня наша охота закончилась. За день 4 зайчика взято. Собаки отлично поработали сегодня, прям порадовали капитально. Сейчас зайцев обдираем, чтобы лишнего не тащить. До машины примерно 2 километра по кустам еще с собаками. Обдираем, угощаем и движем в сторону дома. До новых встреч на нашем канале и на следующих охотах.